самую высокую вершину. Самый молодой в истории. В Британии и в Шотландии не было такого оголтелого. 39 побед, 32 нокаута. 47 побед у Тайсона. Большим аттракционом в мировом боксе. Если дать Лу немножко разобраться, поманеврировать по тактику, которая будет неудобна для Тайсона. Вот зевнул Лу. Саварис не пришел в себя еще. Рефери рассказывать то, что потом газеты писали. Но так, да, Тайсон находился, по-моему, в каком-то полуистерическом состоянии. Явно с ним не все в порядке. Давайте посмотрим. Вот он, скачок слева, особенно когда он бьет его на скачке. Видите? А Лу еще даже и не настроился на бой.